Этот человек стал для своего народа богом. Его жизнь овеяна сплошными легендами. До сих пор Ким Ир Сен остается едва ли не самой загадочной личностью в истории 20 века. В этом фильме мы расскажем, что стоит за этой легендой. Вы увидите тех, кто создал эту легенду. Вы узнаете тайну, которую до сих пор хранит Корейский полуостров. Февраль 45-го года. Ялта. Сталин, Черчилль и Рузвельт делят мир. На востоке в зону интересов Советского Союза и Соединенных Штатов попала Корея. Почти 40 лет эта страна была японской колонией. Для того, чтобы после освобождения там появилось самостоятельное государство, нужно было время и помощь сверхдержав. Американский президент предложил Сталину разделить Корейский полуостров пополам по линии 38-й параллели и установить над ним совместную опеку США и СССР сроком на 5 лет. Сталин принял план американцев. На следующий день резиденты американской политической разведки на Востоке получили задание найти кандидата на место будущего руководителя Кореи. Советская разведка начала искать своего кандидата среди корейских партизанских командиров. Маршал Мерецков мне говорит: пойдем знакомиться китайско-корейской бригадой. Ну и хорошенько побеседуй, выясни, что представляет собой комбат Кореи. Григорий Меклер. В 45-м году начальник отдела спецпропаганды политуправления Дальневосточного фронта. Сейчас ему 95 лет. Несмотря на то, что вот уже несколько лет, как он прикован к постели, каждое утро полковник советской армии в отставке начинает с основательного бритья и простейших физических упражнений. Полвека назад фамилия Меклер звучала почти во всех сводках, которые приходили в Москву с Дальнего Востока. Ко мне строевым шагом подошел комбат Кореи и представился: комбат Кореи, капитан Ким Ир Сен. Ну, я поздоровался с ним, посадил и стал с ним беседовать. И увидел, что человек зрелый и современный, и заслуживает уважения. Ким Ир Сена взяли на карандаш. Биография комбата была самая подходящая для будущего корейского лидера. За свои 32 года Ким Ир Сен успел вступить в подпольный марксистский кружок, провести полгода в тюрьме и стать командиром партизанского отряда. Еще в 40-м году он перешел границу СССР и попросил политического убежища. Под Хабаровском у него родился сын, нынешний руководитель КНДР Ким Чен Ир, которого местные жители называли Юрой. Когда из партизан сформировали 88-ю отдельную стрелковую бригаду Дальневосточного фронта, Ким Ир Сен закончил офицерские курсы при Хабаровском пехотном училище и стал капитаном советской армии. Подполковника Григория Меклера назначили куратором Ким Ир Сена. Лето 45-го года. Война переместилась на Дальний Восток. Атомная бомбардировка японских городов Хиросима и Нагасаки стала акцией устрашения врагов и союзников Америки. Новый президент США Гарри Трумэн заявил, что с этого момента единственная на Земле ядерная держава несет ответственность за весь мир. 8 августа в войну с Японией вступил Советский Союз. За 2 недели были заняты Маньчжурия, Курильские острова и Сахалин. Советская армия стремительно продвигалась на восток. 14 августа Сталин получил шифрограмму из Вашингтона. Строго секретно для генералиссимуса Сталина от президента Трумэна. Довожу до вашего сведения.
что войска США на Тихом океане получили приказ принять капитуляцию японских частей, расположенных на островах, а также в Корее, южнее 38 градуса северной широты. Трумэн напоминал Сталину о ялтинской договоренности разделить Корею пополам. Когда американцы появились на юге полуострова, советская армия уже полностью контролировала северную часть Кореи. Советские армии нас освободили от японских империалистов. Мы очень радовались, конечно. Теперь мы колонизация снята, и мы свободно будем жить. Ким Рянок родилась и выросла в Пхеньяне. В августе 45-го ей было 16 лет. Советских солдат она встречала с букетом цветов. В настоящее время живет в Ташкенте. После освобождения жили ничего. Уже ни от кого не зависит, мы сами хозяева чувствовали. Это кадры корейской кинохроники. Среди советских солдат, входивших в Корею, были призванные по специальному набору. Еще в начале лета 45-го в военкоматы Казахстана и Узбекистана из Москвы поступило секретное указание – призвать на военную службу этнических корейцев. Советской армии нужны были солдаты и офицеры со знанием корейского языка. Я открывал дверь тюрьмы, и оттуда выходили патриоты, я помню. Дэн Сяндин, бывший заместитель министра культуры КНДР, в августе 45-го призван из Алматы по спецнабору. Даже, как ни странно, там некоторые патриоты кричали русским словом «Ура!». Угу. Да. Это значит, впоследствии я узнал, что это те коммунисты, которые учились в Москве. Оставленная японцами Корея напоминала страну, которую разрушил смерч. Древняя столица Пхеньян лежала в руинах. Японцы взорвали большинство заводов и фабрик, затопили шахты. Корейцы бродили по развалинам, пытаясь раздобыть что-нибудь съестное и подготовиться к надвигающейся зиме. Восстановлением страны занялись советские военные комендатуры, а временным правительством стала советская гражданская администрация. Ключевые места в ней занимали русские офицеры и корейцы, которые продолжали приезжать из Советского Союза. Вскоре Сталин подписал постановление, которое определило их дальнейшую судьбу. Это постановление мы не видели и не читали. Нам так сказали, что вас всех по корейской национальности, служившей в составе Советской армии, передать. Тян Хак Пон. В 45-м прибыл в Корею в звании лейтенанта Советской армии. Работал военным переводчиком. Впоследствии стал заместителем министра просвещения КНДР. Вернулся в Ташкент в 58-м году. Советских корейцев в Северной Корее, не всей Корее, а работали 438 человек. Это за все время. В Москве хорошо понимали, что основной задачей остается подготовка национального лидера, который мог бы стать руководителем корейского государства. Сталину был предложен список из 8 кандидатов, но он по-прежнему склонялся к кандидатуре Ким Ир Сена. В середине сентября 45-го подполковник Меклер получил задание сделать из комбата корейского батальона северокорейского политика. Это редкий снимок 44-го года. На нем Ким Ир Сен сидит в первом ряду, вторым справа. А вот эта фотография появилась, когда Ким Ир Сен стал уже лидером КНДР. На подкорректированном кадре Ким Ир Сен, как и положено будущему вождю, сидит в центре. Мерецков сказал, его никто не знал, лично не встречал, и он не бывал здесь. Надо познакомить его с населением Северной Кореи. 18 сентября 45 года Ким Ир Сен с небольшим отрядом и в сопровождении советских военных отплыл из Владивостока на пароходе «Пугачев» в северокорейский порт Вансан. 19 сентября 45 года мы в порту Вансан встречали отряд Ким Ир Сена где-то в количестве 70 человек. Правда, я о Ким Ир Сене много слышал, поэтому я думал, что Ким Ир Сен, значит, такой рослый, такой седой, действительно полководец. Смотрю, впереди идет капитан.
погоне советского капитана и с орденом Красного Знамени. И он сказал: «Я Ким Сон Цзю». А потом в комендатуре узнаю: «Ким Сон Цзю – это Ким Ир Сен». Пхеньян. Музей Ким Ир Сена. Здесь хранятся архивные материалы и личные вещи великого вождя. Вот этот автомобиль ЗИС подарен советским правительством в 50-е годы. А это личный маузер прославленного полководца. Каждый предмет в этом музее овеян легендой. Но самая главная легенда – биография Ким Ир Сена. На самом деле его имя было Ким Сон Чжу. Ким Ир Сеном звали командира партизанского отряда, в котором воевал будущий руководитель КНДР. Легендарный партизан Ким был человеком в годах, и о его отчаянной борьбе часто писали японские газеты. В одном из боев он погиб, и тогда Ким Сон Чжу взял фамилию своего командира. У корейцев есть такая традиция. Так появился новый Ким Ир Сен, которому и суждено было стать северокорейским лидером. В Южной Корее вся административная власть принадлежала американским военным. Передать ее Соединенные Штаты могли только в очень надежные руки. Если бы США не установили свой контроль над территорией, то к власти на юге Кореи могли бы прийти коммунисты. У американцев особого выбора не было. После освобождения выяснилось, что в самой Южной Корее из сильных политиков были только левые. Левые, центристы, националисты. Это американцев не устраивало. 20 сентября 1945 года из Нью-Йорка в Сеул прибыл 73-летний кореец Ли Сын Ман. Он прожил большую часть жизни за границей и стал первым корейцем, получившим звание американского профессора. Официальная южнокорейская пресса приветствовала прибытие Ли Сын Мана. Однако в народе его стали называть марионеткой Трумэна. Против прихода к власти Ли Сын Мана в Южной Корее вспыхивали массовые восстания, которые жестоко подавлялись. Только на острове Чеджудо было уничтожено 60 тысяч человек. Японцев прогнали, капитулировала Япония. И вместо свободы приходит диктатор. Приходит диктатор и всю демократию уничтожает. Причем Ли Сын Ман ведь уничтожал и правых, и левых, это ему, кажется, без разницы. Человек, который более-менее как-то претендовал на какую-то политическую известность, он был обречен на уничтожение. Ким Ир Сен был прекрасно осведомлен о делах в Южной Корее. Перебежчики с юга постоянно докладывали ему о расправах Ли Сын Мана и слабости южнокорейского режима. Но и у самого Ким Ир Сена дела шли не так уж гладко. На севере не любили коммунистов. Популярностью здесь пользовались националисты, которые хотели проводить независимую от кого бы то ни было политику, в том числе и от СССР. Нужно было изменить ситуацию. Первое, что я сделал, это провел митинг, посвященный освобождению Кореи. Народ был много, тысячи, привозанной площади, это большая площадь. Ким Ир Сен не видно было до того, вот худое, ничего не видно, а люди впереди стоят, вот-вот, есть, но что-то не похоже. Речь для Ким Ир Сена готовили советские офицеры, поэтому, когда ее перевели на корейский язык, выступление зазвучало совсем не по-корейски. Это чисто советский текст, советский дух. Вот. И после выступления этого Ким Ир Сена с этой речью, среди народа пошли слухи, что это лже Ким Ир Сен. В Южной Корее тут же развернулась широкомасштабная кампания под названием «Лже Ким Ир Сен». Ли Сын Ман, яростно ненавидевший коммунистов, рассчитывал объединить Корею под своим руководством. Ким Ир Сен стал мешать ему. В газете было написано, что он вообще не из Кореи, что откуда-то его вытащили, назначили. Я думаю, что такое? Я пришел к Ким Ир Сену и говорю: «Ким Ир Сен, где твоя родина?» Он говорит: «Недалеко, меньше 10 километров». Я говорю: «А есть там твои из живых? Остался твои родные?» Он говорит: «Отца и мать казнили из-за того, что я партизанил, а
дедушка и бабушка остались. Вот она, родная деревня Ким Ир Сена. В 1945 году о ее существовании не знал никто, кроме местных жителей. А тогда Меклер созвал все центральные северокорейские газеты, радио, фотокорреспондентов. Через несколько часов у здания правительства собралась 5000-ная толпа. Ким Ир Сен повел народ на свою родину, в деревню Мангенде. И там уже готовы были столы. Во дворе большие столы поставили. Короче говоря, устроили настоящий праздник. Я подошел к дедушке и к бабушке. Они сидели тоже. Дедушка с трубкой такой длинной, национальной. Я еще взял спички, зажег, дал прикурить. Сегодня праздник, некогда придуманный Меклером, стал элементом северокорейской культуры. А деревня Мангенде превратилась в одно из главных мест паломничества туристов и жителей Северной Кореи. Все эти люди, которые стоят в длинной очереди, чтобы попасть в дом Ким Ир Сена, даже не догадываются, что эту традицию заложил советский подполковник. И я поехал с ним на машине, объездил всю Северную Корею, встречались с различными людьми, делегациями. Получилось так, что я его знакомил его с самими корейцами, которые слышали о нем, знали, что есть такой герой, и ждали его, и дождались, и поэтому все принимали его с восторгом. Это был сильный ход. Чтобы остановить триумфальное восхождение к власти своего конкурента, Ли Сын Ман приказал заслать в Пхеньян террористов. Это уже был второй митинг у нас, посвященный земельной реформе. Я еще не успел подойти к президиуму, как услышал страшный треск. На этом митинге как раз кто-то кинул туда гранату. А один русский солдат, или лейтенант, адъютант, по-моему, Чистякова, вот эта граната, которая летала, он его поймал. Это кадры из советско-корейского художественного фильма «Секунда на подвиг». Советский лейтенант предотвращает теракт южнокорейских диверсантов, засланных в Пхеньян с заданием убить Ким Ир Сена. Прототип киногероя Яков Новиченко получил высшую награду КНДР. А русское имя Яков стало в Пхеньяне одним из самых популярных. Некоторые корейцы даже сменили свою фамилию на Новиченко в знак уважения к подвигу советского лейтенанта. Я поднялся наверх и говорю Ким Ир Сену, я уж понял, что эта граната предназначена была ему. Я говорю, ты спустись вниз и там побудь некоторое время. Ну, а я, значит, выступил перед ними и сказал, будьте стойкими, только бдительность повысьте. Северная и южная части Корейского полуострова все больше отдалялись друг от друга. Вчерашние союзники, СССР и США, теперь уже были главными соперниками за мировое господство. Временная демаркационная линия, проходящая по 38-й параллели, стала фронтом холодной войны на Востоке. На юге режим Ли Сын Мана превратился в один из самых проамерикански настроенных режимов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ли Сын Ман пытался. Главная цель была вестернизация Южной Кореи. Он жил в Америке, и ему хотелось, так сказать, сделать из Южной Кореи вот маленькую Америку, маленький какой-то американский штат, вот все, чтобы все было похоже. И получилось так, что вот насаждали в столице, так сказать, вот эти, так сказать, чисто американские порядки, которых народ не понимал и не принимал. На севере Кореи власть Ким Ир Сена копировала советские методы и порядки. Однажды Ким Ир Сен пришел к Меклеру с вопросом, как в Советском Союзе отмечают день рождения Ленина. Я ему объяснил, что ленинские субботники проводятся. Как проводятся? Я ему рассказывал, что добровольно, все работают. Он говорит, все, завтра будет у меня субботник, приходи. В
Фактически за год подполковник Меклер сделал невозможное. Вырастил из корейского партизана национального лидера. У него постепенно, конечно, появилась и гордость, и выдержка начальственная. Но со мной он обращался как подчиненный с начальником. Я был как начальник у него, потому что, что бы я ни говорил, он все выполнял. 49-й год. Первый официальный визит Ким Ир Сена в Москву. К этому времени все ялтинские договоренности полностью нарушены. На Корейском полуострове два государства. Южное во главе с Ли Сынманом и северное во главе с Ким Ир Сеном. Каждый из лидеров строит планы объединения корейского народа под своей властью. В Москву Ким Ир Сен приехал заручиться поддержкой Сталина. В движениях и словах северокорейского лидера уже ничего не напоминало бывшего капитана советской армии. Это был уже другой Ким Ир Сен, но все-таки слишком молодой и неопытный политик, чтобы ему можно было целиком доверить форпост социалистического лагеря на Востоке. СССР и КНДР подписали 11 соглашений, по которым Советский Союз обязался предоставить Корее кредиты, технику, специалистов. Но от обсуждения плана объединения Кореи военным путем Сталин уклонился. Ему нужен был пояс безопасности вокруг Советского Союза. В чем он заключался? Чтобы с ним граничили дружественные страны. Вместо того антисоветского санитарного, так называемого, кордона, который был до войны. Поэтому Северная Корея до 38-й параллели как бы являлась буфером между Советским Союзом и капиталистическим миром. И завоевывать Южную Корею, там, так сказать, особо нам планов в Советском Союзе такого не было. Несмотря на то, что к 49-му году войска США и СССР были демонстративно выведены с территории полуострова, на севере и на юге Кореи к этому времени уже существовали две крупные армии. Когда советские войска, уходя из Северной Кореи, все оружие, что у них было на плечо, там, это все полностью передали там, в Северной Корее. А оттуда только армии, люди только ушли. В свою очередь, Сеул получил снаряжение, материалы и услуги от США на сумму более 500 миллионов долларов, что позволило вооружить 200-тысячную южнокорейскую армию. После подписания с Америкой военного договора Ли Сынман выступил на митинге и произнес, что час объединения Кореи приближается. Американцы все время отдергивали Ли Сынмана. Все время, так сказать, осаждали, отдергивали. Они понимали, что нападать на Северную Корею, которая находится под покровительством и Советского Союза, и Китая, это не очень, так сказать, хорошая перспектива для Соединенных Штатов. А Ли Сынман все время использовал вот этот страх американцев и все время убеждал их, что, так сказать, война неизбежна. В октябре 49 года ситуация изменилась. Коммунистическая революция в Китае привела к руководству страны Мао Цзэдуна, который всецело ориентировался на СССР. Советский Союз немедленно признал Китай и подписал с ним договор о дружбе. Тем не менее, от военного договора с КНДР Сталин по-прежнему отказывался. Это обижало Ким Ир Сена, но у Сталина была своя логика. Подпишем мы договор, а завтра нам придется воевать с американцами из-за Северной Кореи. Зачем нам это нужно? Пусть, так сказать, Мао Цзэдун их и защищает. Вот такая была логика. А мы Мао Цзэдуну поможем, пожалуйста. Вот такая многоступенчатая система защиты Северной Кореи. В апреле 50-го года Ким Ир Сен еще раз посетил Москву. На этот раз тайно. На переговорах Ким Ир Сен убеждал Сталина, что наступил самый подходящий момент для объединения Кореи, что Ли Сынман может напасть каждую минуту, и нужно лишь опередить его. Сталин ответил, что даст свое согласие на наступление только после Мао Цзэдуна, и предупредил, что Советский Союз непосредственно в этом участвовать не будет. Уже через месяц из советского посольства в Северной Корее Сталину пришла телеграмма. Организационная подготовка заканчивается к 1 июня. Из 10 дивизий 7 готовы к наступательным действиям. Корейцы просят бензин и медикаменты. Посол Штыков. В стране началась мобилизация.
Это мы давно чувствовали. Это не просто так идет. Это война. Я хотела хирургом быть хорошим. И не получилось. Сразу меня в воинской части забрали. В это же время в Сеул прибыл помощник госсекретаря США Джон Фостер Даллес. В сопровождении Ли Сынмана он выехал на границу и проинспектировал южнокорейские войска. Перед отъездом Даллес записал в своем дневнике: «Эта страна может сыграть решающую роль в той великой драме, которая здесь вот-вот разыграется». Сталин, так сказать, долго раздумывал по поводу этой войны. И что его могло, ну, что ли, в конце концов, убедить, что Бог с ним, пусть эта война будет, мне кажется, то, что она уже шла. Она уже фактически шла. Это было 25 июня 1950 года. Повинуясь приказу американского командования, Ли Сынмановская армия перешла 38-ю параллель. Преступление совершено. Это официальная советская кинохроника. На самом деле война началась с точностью да наоборот. В 4 часа утра северокорейская армия атаковала противника. Наступление оказалось столь мощным, что южнокорейские войска в панике стали отступать к Сеулу. Через 3 дня столица Южной Кореи была взята. Специальная группа захвата вошла в Сеул с заданием арестовать Ли Сынмана. Ли Сынман в доме. 5 часов утром я была. И зашли, уже все, убежали, там ничего нет. Как повернулся их спальни, хороший вот одеял, блестят. Наши солдаты, не знаете, из Китая или чего, они же неграмотные. И стреляли на нем. Думали, что это живой. Это, оказывается, отдел блестящий. Все финансовые и политические вложения в Южную Корею, сделанные Америкой в течение 5 лет, оказались под угрозой. По просьбе американцев в Нью-Йорке срочно собрался Совет Безопасности ООН, который осудил агрессию КНДР и принял решение послать в Корею войска. Войска ООН. На этой встрече не было представителя СССР. С самого начала 50-го года Москва бойкотировала заседание Организации Объединенных Наций из-за отказа ООН признать коммунистический Китай. Простым поднятием руки советский дипломат мог остановить вмешательство США в корейский конфликт. В то время все вопросы решал один человек. Тогда не было какого-то демократического обсуждения. И не всякий посол, не всякий наш дипломат мог иметь достаточно, так сказать, мужества, чтобы противоречить прямым указаниям. Не участвуйте в заседании. Все. Это была трагическая ошибка Сталина. Уже 1 июля передовые американские части высадились в Корее. Позже сюда прибыли вооруженные силы еще 7 стран. Главнокомандующий объединенными войсками ООН в Корее генерал МакАртур высадил мощный десант в центре полуострова и отрезал северокорейскую армию от баз снабжения. Американская авиация накрыла корейское небо и начала планомерно уничтожать армию Ким Ир Сена. Северокорейская столица подверглась жестоким бомбардировкам. На 1 квадратный метр здесь приходилось до 100 бомбовых попаданий. Например, в Киньяне всего населения было 50 тысяч человек. Так вот, одна из крупнейших бомбежек была 29 августа 1950 года. Так 10 тысяч человек было убитых и тяжело раненых из 50 тысяч. Владимир и Тамара Толстиковы сыграли свадьбу перед самым началом Корейской войны. Владимир Толстиков работал в Советском информбюро. Неожиданно его вызвали в отдел кадров и предложили загранкомандировку. Корею на войне. По сути, это была командировка в ад. Ни Владимир Толстиков, ни тем более его жена даже не могли представить, что ждет их в Корее. Пункт назначения Пхеньян лишь отдаленно напоминал город. Пасмурное утро такое, серое.
и мы въезжали на территорию, которую можно было назвать, которая называлась Пхеньяном. Практически одни развалины. Эти пещеры – своего рода музей Корейской войны, который охотно посещают туристы. Полвека назад здесь находилась подземная резиденция Ким Ир Сена со штабом, залом для совещаний и даже театральной сценой. Отсюда Ким Ир Сен руководил армией, которая отступала к Пхеньяну. По свидетельству очевидцев, Ким Ир Сен пребывал в глубокой депрессии. В те дни вместе с ним в подземелье скрывалось почти все население Пхеньяна. Здесь же располагались и советские специалисты. Мы, например, с Тамарой занимали 4 квадратных метра. Вот так было выбито такое. И там диван такой вот стоял. Я складывался на нем, на этом диване. Не диван, вернее, топчан такой деревянный был. Вот, так сказать, на этом топчане вот так вот. И тут столик. Столик, причем такой столик. Даже я из-под какого-то ящика крышку поставил, чтобы это, кстати, лампочка, чтобы можно было, так сказать, работать, сидеть. Проснулась от того, что по мне кто-то пробежал. Так это была крыса. Я всякой живности страшно боюсь и до сих пор боюсь, но там я, конечно, первый-то раз была совершенно потрясена таким соседством и выскочила из этой пещеры. Такая сырость была, вы себе не представляете. Вот, значит, вечером раздеваешься, костюм, ботинки поставил, утром встаешь зеленые, ботинки зеленые, уже за одну ночь покрываются зеленой плесенью. Но, тем не менее, мы жили весело, несмотря на то, что и днем, и ночью были бомбежки. Мы довольно приятно проводили время, когда были периоды затишья. Мы и собирались, отмечали наши какие-то маленькие праздники, и патефон был, пластинки, пели мы много. В общем, ничего, мы были молоды. Пхеньян был взят 23 октября. По указанию Ли Сынмана в город прибыл новый комендант с частями южнокорейской полиции. Все законы, принятые правительством КНДР, объявлялись недействительными. Правительство Ким Ир Сена и советские специалисты бежали из столицы. Ким Ир Сен потерял большую часть своей армии и готов был сложить с себя полномочия главнокомандующего. Сталину пришла телеграмма. Дорогой товарищ Сталин, мы не хотим, чтобы Корея была колонией и военным плацдармом американских империалистов. Поэтому, дорогой Иосиф Виссарионович, мы не можем не просить от вас особой помощи. Ким Ир Сен. Втягивать в войну Советский Союз, да еще против войск ООН, никак не входило в планы Сталина. Это могло бы спровоцировать начало Третьей мировой войны. Надежда была только на Китай. Это были опытные войска, имевшие уже опыт современной по тому времени войны. И это изменило в какой-то степени обстановку в соотношении сил между Северной и Южной Кореей. Китайские батальоны обрушились на американцев, как снег на голову. После объединения с северокорейской армией они начали наступление по всему фронту. Военными действиями руководил теперь объединенный штаб, в котором Ким Ир Сену отводилась вовсе не главная роль. В США стали приходить известия о потерях катастрофического масштаба. МакАртур доложил Вашингтон об угрозе полного уничтожения войск ООН. В ответ на это американские самолеты обрушили тонны напалмовых бомб, которые буквально выжигали населенные пункты Северной Кореи. Чтобы нейтрализовать действия американской авиации, Советский Союз был готов поставить самолеты нового поколения МиГ-15. Но в Китае и Корее не было летчиков, которые умели бы летать на реактивных машинах. Сталин был вынужден дать согласие на участие в Корейской войне советских пилотов. Сегодня тех, кто воевал в небе над Кореей, можно пересчитать по пальцам. Среди них генерал-майор Крамаренко и полковник Пепеляев. Год в секретной командировке. 13 уничтоженных американских самолетов на счету Сергея Крамаренко, 20 на счету Евгения Пепеляева. Командиром летчиков был легендарный ас-истребитель, трижды герой Советского Союза Иван Кожедуб, который в Корее воевал под псевдонимом Крылов. Противник ничего не должен был знать о прямом участии в войне СССР. В эфир советские истребители должны были выходить только на корейском языке. Форма была, значит, китайская. Значит, ходили мы, приехали, переодели в китайскую форму. Значит, китель китайский.
документов у нас никаких, ни одного документа не было. Здесь про надпись «Китайская народная армия». Был запрет на все. Даже нашим близким родственникам, и то не разрешалось говорить, что мы едем на войну, или когда приехали, что здесь идет война, или в таком духе, что ничего об этом ни одного слова. А когда дело доходит до боя, и, значит, типа тебе стреляют, или видишь, что твоего товарища сейчас собьют, то все команды, значит, корейские вылетают мигом из головы. И кричишь: «Ваня, сзади Хейбр!» Или «Ваня, в переворот!» 200 советских мигов сдерживали тысячную группировку американских самолетов. Крамаренко и Пепеляев охраняли мосты, по которым из Китая шли эшелоны с техникой, боеприпасами и продовольствием, и защищали гидроэлектростанцию. Уже после первых боев американцы прозвали район действия советских истребителей «Аллеей мигов». На кадрах кинохроники даже сохранился плакат, установленный на американском аэродроме. «Осторожно, до аллеи мигов 200 миль». Был командир эскадрильи майор Карелин. Вот, значит, было интересно, что ночью подходит первый бандировщик, шли один за другим бандировщик, там через минуту, через 2-3 минуты, подходит первый бандировщик, его освещают прожектора. Карелин увидел, что освещенный бандировщик, подходит к нему, скорость большая, открывает огонь, тот загорается, падает. Ну, Карелин проскакивает вперед, там разворачивается. Идет второй бомбардировщик, его освещает, Карелин в лоб. Идет на него, открывает огонь. Бомбардировщик второго сбивает. Разворачивается, идет третий бомбардировщик. И подбивает третий бомбардировщик. Всего он сбил 6 Б-29. Американское командование приняло решение бросить в бой свои новейшие истребители F-86 «Сейбр». Как и «Миги», они не успели пройти весь комплекс испытаний, и небо над Кореей превратилось в полигон реактивной авиации двух сверхдержав. Американская военная разведка начала охоту за секретами советских истребителей. В свою очередь, советское командование поставило задачу посадить американские истребители. Это задание выполнил полковник Пепеляев. Так вот, этот самолет, который сбили, он сел во время отлива на берег, и его туда послали команду техсостава с солдатами. Так. Его, короче говоря, за 2 дня притащили. Американский самолет был доставлен в научно-исследовательский институт в Москву. Выяснилось, что «Сейбр» уступает «Мигу» по многим показателям. Отвечать Америке было нечем. Остался последний аргумент в этой войне – атомное оружие. В конце ноября была проведена пресс-конференция в Америке, где, значит, Трумана спросили. Труман сказал, что мы применим все имеющееся в нашем распоряжении оружие. Его спросили: а как быть с атомной бомбой? Он сказал: я сказал, что все имеющееся в нашем распоряжении оружие. Уже само по себе заявление президента США произвело эффект разорвавшейся бомбы. В Корее очень хорошо помнили последствия атомной бомбардировки в соседней Японии. Началась паника. Около 5 миллионов северных корейцев ушло в Южную Корею. И объявили всем людям, что после этого будет ядерная бомбежка, будет атомную бомбу бросит. Так что вы никто здесь не останетесь. Казалось, что в войне снова наступил перелом. Однако неожиданным союзником СССР, Китая и Северной Кореи стал английский парламент. Англичане опасались, что объектом ответной бомбардировки станет главный союзник США – Великобритания. Советские самолеты способны были сбросить атомные бомбы только в пределах Европы. Премьер-министр Англии Этли срочно вылетел в Вашингтон. 8 декабря была собрана вторая пресс-конференция, на которой Трумэн и Этли заявили о том, что атомная бомба применена не будет. Они постараются сделать все, чтобы избежать вот какого-то атомного удара. Корейская война становилась слишком обременительной для США и СССР. Но Ли Сын Ман и Ким Ир Сен стремились к победе любой ценой. В июне 1951 года в Москве состоялась тайная встреча.
На ближнюю дачу Сталина прибыли китайская и северокорейская делегации. Сергей Тихвинский присутствовал на встрече как специалист по Китаю и переводчик. Значит, Ким Ир Сен разложил карту перед Сталиным, показал, что это, где находится линия фронта, что это гористая местность, что трудные проходы, дефиле очень сложное. Сталин как-то так это небрежно отмахнулся от этой карты и стал, обращаясь к Молотову, спросил. Я, говорит, недавно читал в газете, что в Америке какой-то конгрессмен или сенатор предложил начать мирные переговоры. Не помните, кто это? Сталину удалось направить усилия сторон в дипломатическое русло. Вскоре Советский Союз выступил в ООН инициатором переговоров о перемирии. Американцы приняли предложение. Однако еще 2 года на Корейском полуострове продолжалась бессмысленная бойня. В начале 1953 года новым президентом США стал генерал Дуайт Эйзенхауэр, который, в отличие от президента Трумэна, обещал остановить войну. А 5 марта умер Сталин. Для генералиссимуса это была последняя война. Новое руководство СССР и США было озабочено укреплением собственной власти и форсировало переговоры. Пограничный город Пханмунджом. Здесь все сохранилось так, как было 27 июля 1953 года, в момент заключения перемирия на Корейском полуострове. За этим столом документы подписали Ким Ир Сен и командование войск ООН в Корее. Де-факто американцы признали Ким Ир Сена лидером Северной Кореи. Ли Сын Ман настаивал на продолжении войны и отказался ставить свою подпись. Наступило перемирие, которое продолжается до сих пор. Люди радовался со слезами. До сих пор уже сыну погибли, еще ребенка похоронили. И сама инвалид остался. Люди идет прямо на небо, руки поднимает и плачет. На клочке земли шириной 350 и длиной 700 километров произошла третья по величине война 20 века. В ней погибло более 5 миллионов человек. Расстрел пленных, пытки и мародерство стали законом, по которому полуостров жил 3 года. Зверства Корейской войны долгие годы преследовали вернувшихся домой американцев, а корейцы до сих пор вспоминают огонь напалма, сожженные города и деревни. Корея лежала в руинах. На юге после народного восстания Ли Сын Ман бежал с полуострова. А на севере, над огромным пепелищем, уже вставало солнце нации. Великий учитель и прославленный полководец Ким Ир Сен.